самое любимое. Салам алейкум. Отличается, Саша, от обычного перелета? Подушку взять, да? Расскажи, как папа? Куда сходили, к чему в Москве, как провели время-то? Не, погуляли. Он уехал уже, нет? Нет, улетели. А, улетели? Да, в следующий день. Папа, сестра и еще сестренка, племянник. Ну как, довольны, что ты довольны, Москвой довольны и тобой? Первый раз в Москве были, младшим. То есть папа первый раз у тебя приехал? Не, папа второй раз, папа, а сестренка и сестра, там, племянник. Впечатления очень хорошие. Ну ты все показал, все что надо, все чеханы, все футболы. Добрый день, дамы и господа, меня зовут Михаил Чернышев, я командир корабля. Добро пожаловать на борт самолета «Аэрофлота» по маршруту Москва-Шереметьево Грозный. Как-то это неприятно такая была, с него он начал. А, про силу, говоришь. Привет, Вил, я сниму твою ногу. Контента больше нет. Все, летим в Грозный. Собираемся лететь в Грозный. Сделай ему стикер льва от сглаза. Специально, чтобы лица не было. Сделали. А недавно у нашего болельщика Саши в одном из рейсов были какие-то проблемы при полете, и ЦСКА узнал про эту историю и пригласил Сашу полететь в Грозный вместе с командой, тем более Саша с папой посещает практически каждый матч, будь то домашний, будь то выездной. Ты с кем уже успел пообщаться? А боссу удачи пожелал в аэропорту, Дане Круговому руку пожал. Услышал, как Кирилл Брейда и Марко Николич о чем-то говорили при входе в автобус. Ты вообще тогда всю программу максимум выполнил. Там еще есть. Кому сказал? А, еще? В автобусе. Торпу сказал, чтобы 100% на ноль отыграл. Никаких пропущенных голов. Только на ноль. Все. Сань, приняли. Теперь, я думаю, не подведут. Thank you.
только здесь, где она вперед хотя бы была. Влад, день рождения клуба, что-то будет особенное? Все по классике. Выкладка мячей. Все по классике, оставляем все так. А что-то вообще будет сегодня, день рождения клуба? Сегодня победа будет, как иначе. Ну, я скажу, что он высокая трава. Они всегда здесь делают высокую. Так, показывай, что у тебя за шарф. Это шарф Рязани. Шарф Рязани. Хочу поздравить с днем рождения любимый клуб. Больше побед и долгожданное чемпионство ждем в этом сезоне. И Кубок страны. Мы ЦСКА, мы победим. Удачи. Так, а я тут поймал семью, которая самая первая зашла на стадион. Ребята, откуда приехали, скажите? С Владикавказа. Да. Так, сколько тут ехать из Владикавказа? 2 часа. 2 часа? Первый раз на футболе или как? Или... На матче ЦСКА всей семьей первый раз. До этого были в Ростове с сыном. Угу. На первый матч РПЛ. Так, а кто из нас первый раз на футбол пришел? Девчонки. Вот. Девчонки, так, ну рассказывайте, что ждете. Как, победу. Мы только за победой. Поймал тут таганских коней на подходе. Это что значит? Расскажите. Мы с Москвы, с Таганского района. Да, и все, и так вы себя пометили, да? Да. Здрасте. Здрасте. Рассказывайте, бразильский флаг, что, к чему, почему. За Рошу, за его новый контракт, за его преданность, за его добрые слова про клуб, за самоотверженную игру. Ого, сильно. Да? Сильно классно. Будем поддерживать, надеюсь, нас не разочаруют. Побед, неважно, мы с командой всегда, в общем, при любом раскладе. Все, спасибо вам за вашу тоже такую поддержку. ЦСКА всегда будет первым. Добрый день. Во-первых, хочу поздравить с днем рождения всех болельщиков и фанатов ЦСКА. 113 лет сегодня, это уже более серьезная традиция. И, конечно, мы должны постараться отыграть хорошую игру сегодня здесь. Ротация, да, у нас ротация есть, но это не ротация, поэтому все так хочу просто ротацию, как что-то придумывать модерное, новое, что там. Но это по графику. Thank you.
там очень нервные. И давление трибуны, напряжение на скамейке тоже. Там что-то они здоровее тебя раза в три были, по-моему. Было такое ощущение, нет? Да, мне кажется, любой футболист побольше меня будет. Ну, справился? Пободался? Думаю, нет. Я знаю, для тебя особенная игра тоже была сейчас. У тебя приехала много... Семья приехала вся? Вся семья, родители, братья. Все приехали. Ну и каково? Расскажи, сегодня день рождения ЦСКА, семья здесь, ты. Всех с праздником, всех поздравляю с рождением нашего клуба. Давай, мама гордится? Мама гордится 100%, сейчас будет мне звонить, целовать, все дела через телефон. Спасибо. Круг забил гол. Да. Как, что, расскажи, что там выиграл? Не знаю, честно, не так себе представил первый гол. Думал, знаешь, каким красивым ударом, там, знаешь, что... С угла там штрафную забью. А тут спустя момента вратаря не было. Ассист топ. Топ. Топ ассист. Ты... Очень хорошо. Очень гуд это. С победой. С днем рождения. Или не то? А вон с обозиком. Нет. Абос, подойди, пожалуйста. Скажи с победой, с днем рождения клуба. Поздравьте, пожалуйста. Армейцы, всех с победой. Всех с победой. Победили в Грозном 2-0, день рождения клуба. Ну да, очень хорошая и нужная победа, именно в день рождения. Поймал такие Диму. Победы, да, потому что команда знает, что болельщикам галстук не нужен. Вот, поэтому от имени, наверное, всех хочется поздравить нас всех. Всех, и от имени всех, и поздравить нас всех с нашим днем рождения.
мы еще совсем молодые, нам всего 113 лет, нам расти и расти, побеждать и побеждать. Всех с днем рождения! ЦСКА всегда будет первым! Я тут душевней концовки не придумайте.